Добрый день, друзья! Приветствую всех в игре SnowRunner, с вами Егор. Ну и мы продолжаем прохождение модовой карты под названием Округ Хайрул. Сегодня выполним задание, скорее всего оно будет одно. Называется «Восстановление нефтяной вышки», ребята. Так, у нас будет задействовано, я думаю, два автомобиля хватит. Крас Чабурс, New State и... ЗИЛ-133 крокодил. Сейчас поедем, ребята, грузиться за металлбалками. Металлбалки. Едем. Ну, в бой, короче, ребята. В бой. Блин, это... Включить ее, что ли? Мышку, да? Поехали, ребята. Там я уже ЗИЛ-133 загрузил буровым оборудованием. Разом привезем две металлбалки. Одна металлбалка, считайте, два места занимает. Ну, как раз у него четыре места. И им же повезем контейнер потом. Разом. Там тоже поэтапно, видите, надо сначала балки отвести, потом, чтобы открылся следующий этап. Потом уже погрузим ему крупногабаритный груз. Тоже он 4 места. А на ЗИЛ я уже погрузил буровую установку. Она 5 мест занимает. 5 ячеек занимает. Ну, в принципе, нормально. Как-то так, ребятки. И уже там останется три задания, я думаю. Ну, там трубы надо будет возить. Малые, большие, средние, блин. Ну, средние и малые трубы, они тоже как металлбалки. Занимает два места, две ячейки. А вот большие трубы то там, конечно, по-моему, 4. Одна труба 4 места, 4 ячейки. Ну, что-нибудь придумаем. Развезем сначала такие малые трубы, потом нужно будет брать. Ну, можно в кразах с Чабурс брать. Без проблем. Он устойчивый. Я так понял, тут основное задание это восстановление нефтяной вышки. Все, на этом металлбалке, по-моему, он с запасом сделал человек. Отлично, еще 10 осталось. Если вдруг там уроните где-то груз, то, ну, знаете, потому как тут осталось 4 поручения, тут трубы, малые трубы и тут трубы, все. Здесь осталось только две металлбалки. Что, как-то так, ребята. Так. Как нам туда? Где это? Ну, это, в принципе, недалеко, ребятки. Как-то так. Ну что, поехали, загрузились, тронулись. Сейчас по бездорожью покатаемся. Там его не так много, но все равно. Заправка рядом, ребята, есть. А вон, видите, 133-й крокодильчик, я ему уже загрузил. Загрузил буровую установку. К разам мы перевезем два груза, получается, металлбалки и крупногабаритный груз. Ну, сама постройка, она не изменилась, что в основной карьере, что здесь. Чабурс просто огонь. Тихо, потихонечку. Thank you.
Да, он меня выручил в модовой карте заброшенный колхоз. Капец, я там не мог вытянуть, короче. И если бы, чтобы не он, то я не знаю, как бы я вытягивал. Не мог вытянуть автомобиль, есть там видео. Это просто жесть. Я там и трактор подключал, и этот сам. К-700, по-моему. Что я там только не делал. Чабарс, единственный Чабарс вытянул машину. Ну, там по заданию она, блин. Ой, красавчик. А здесь я же говорю, здесь недалеко. Этап завершен. Возвращаемся. Хотя можем и так поехать. Теперь за крупногабаритным грузом. А, буровое оборудование. Ну он, короче, что крупногабаритный, по-моему. По-моему, то же самое. Сколько там, сейчас посмотрим, короче. Я не хотел, я думал переместиться в гараж и, ну ладно, что так ехать, что так. Тут хотя бы поинтереснее, наверное, прокатиться. Расстояние одинаковое, можно сказать. Что от гаража до загрузки, что отсюда. Ну, до магазина прицепов. В принципе, там. А этому грязь пофигу. Валит нормально. У нас еще есть подвеска, ребята, смотрите. Оп. Вообще красавчик. Сюда же.
вот и добрались. Оборудование заберем. Ну-ка, вот оно буровое, 4 слота занимает. Ну, отлично, шикарно. Теперь тем же путем. Вот как-то так. Круче, но главное, чтобы не перевернулся. Не должен, но, блин, всякое может быть. Сосенку не обнял. Красавчик, да? Охренеть, монстр. Сейчас зелом поедем, ну тем, конечно, будем аккуратно ехать. А этому не влазит, у этого 4 слота только, можно было бы к разам еще вернуться. Но ему не влазит буровая эта самая установка. Пам-пам-парам-парам-пам-пам. Сторонку. Ну вот этим, конечно, сейчас. Не, ну проедем, но нужно аккуратно, реально.
Блин, ну у него, видите, как седло установлено, рама длинная. Конечно. Не есть гуд. Давай. Дайлс. Прицеп еще с такими я взял, ё-моё. Видите, какие подъящики такие стойкие. Блин, они ему нафиг там не нужны. А не посмотрел. Раз, два, взял, бегом. Ладно, как-нибудь дотащим. Давай. Давай, родной, чуть-чуть осталось. Да, надеюсь, я не встряну. Ну, пойду. В принципе, лебедочка есть. Лапами цепляет землю полуприцепа. Давай.
Да, ну какое-то легкое оказалось. Ну, значит, чабарзом сейчас еще какое-то задание возьму. Все. Че не показала, да? Ладно. Потом я развернусь, в принципе. Так, ну давайте еще какой-то. Тут останется три. Нет, давайте здесь где-то малые трубы. О. Куда их вести? От гаража недалеко. В гараж. А эти средние трубы? А, еще меньше. Ну давайте, средний вроде. Так, а где мой крас? Грязь, крас. Блин. А, вот он. Ну блин, тут конечно по бездорожью. Ну давайте проедемся по этому бездорожью. Даже интересно как-то. Разом срежем здесь. Блин, тут такие заморочки. Интересно, как он здесь пройдет. Соляры у него хватает. Полетели. Дождик начался. Этот кабан, блин, проедет везде. Да, не думал, что, ну, что так быстро справлюсь с этим заданием. Ну и отлично, останется два поручения, контракта. Выполним их в следующий раз и перейдем уже к Юкону, или Юкон, как он там, основной карьере. Красавчик. Как гусеница ползет. Блин, тихо. А здесь еще ничего, дорога, а там, конечно, будет посложнее. Ну, мне даже интересно на нем там проехаться. Так проще можно было бы, можно было в гараж эвакуироваться и просто по ровной дороге проехать, типа по асфальту. Ну, чуть длиннее путь, но я думаю, для краза и этот, короче, путь, хоть он и сложный, но я думаю, для него сложности такой не составит.
давай, давай. Ребята, сделаю я день, наверное. Блин, ну дождь опять, под дождь попадаю. И пофиг камни, блин. Ой-ё, вот это уже не пофиг. У него с ремонтами, наверное, а не, сейчас посмотрим. Есть. Отлично. Подремонтировались. Блин, тут лучше с видом от третьего лица Ну вот мы и доехали, ребята. Отлично, да. Сейчас загрузимся трубами. Средние трубы 2. Вроде же они по 2 ячейки занимают. Сейчас посмотрим. Да, отлично. Так, куда мне их тянуть? Ну, здесь по дороге поедем. Сейчас посмотрю, где тут свернуть. Как-то так. А ну-ка, развернись по красоте. О! Шикарный малый. Полетел, блин. Вот, блин, удобная машина, именно 4 слота, погрузки и это самое. Две трубы взял, блин, отлично. Никаких полуприцепов не надо.
Блин, темень какая-то. Задолбала уже. С этим дождем. Да, он. Небо затянуло. Опять дождь пошел. Да ё-моё, я сделал дождь и обратно, блин. Ну, блин. Немножко оно раздражает, конечно. Это погода. Так, ну все, ребята. Довезли. Так что все, ребята, на сегодня все, еще два задания. И перейдем, ребята, в основную карьеру. Начнем новый регион, Юкон. Все, ребята, с вас подписка, лайкосик. Всем мира, добра, здоровья и до встречи.